Жамағат, баршаңызға да сәлем. Біз бүгін Әкият Қуыршақ театрына қонаққа келерге болдық. Шымкент мені мұнда Нұрбек Батулла, өзінің түркінің өзінің командасы білен яңа заманша бір спектакльге әзірлене. Нендей спектакльдерін сіз аны қазір өзіңіз көрерсіз. Біз әліге кеттік репетицияны қарарға. Репетиция залдары әлі қойдылы нұшына. Нурбек, как ты знаешь? Жанагат, нас кидып жеттік ақырысы. На қонаманда тауыштар ештілі. Да, олар. Егіттер, сәлем. Неге нәк мұна бұл спектакліні сойлап алдығыз сіз? Бұл сақсық бәйті. Теге бала шақтан оқ бізге таныш бәйіт бит инде. Әрбір кішінің үйінде сақсық китабы болғандыр деп ойлаймын инде мен. Һәм ол нишектер нық көңілге кіріп қала, чөнки анда бит инде фажиға, ике ағалы інілі алар құшларға әуіріліп, әнесі янына қайта алмайша, бір-бірсі белән көріше алмайша, нишектер бит нық көңілге сіңіп қалған, бит әсерлі болып. Шуңа күрә шул әсәрді көптен үйренәсі келген нәрсе турында икән ул шынлап та. Неге шундый фажиға белән бетә? Неге хеппи-энд юғанда? Шуны ничектер аңлыйсы килгән иде минем күптән. Һәм икенче момент, мин күптән менә Маратны карап йөрим инде, Марат артыннан хыялланып, аның кебек биергә, аннан үйрәнергә, ну, бер йөгер 20 ел диярлек инде. Ну, балачактан ук. Менә ниһаять шундый сылтау табылды. Без конкурска җибәрдек бу спектакльнең караламасын дип әйтегендә эскизын карантин вакытында. Һәм без шул ярышка конкурска уздык финалына. Әйе, бу бәйгенең исеме ничек атала һәм кайда була, кайчан була? Бу бәйге контекст Диана Вишнева дип атала, чөнки аны оештыручы мәшһүр балерина Диана Вишнева. Һәм ул булачак Мәскәү белән Санкт-Петербург шәһәрләрендә 14-15 Мәскәүдә, 18 октябрьдә Санкт-Петербургта. Һәм инде без Казанда да бу әсәрне күрсәтергә уйлыйбыз, ләкин тулырак, зуррак, озынрак вариантын, чөнки ярыш өчен анда бик кыска вакыт бирелә, 10 гына минут. Шуңа күрә Казан өчен киңрәк зур спектакль итеп ясыйсыбыз килә. Мне кажется, вы выбрали спектакль, потому что вы похожи друг на друга. Бара казали җәмәгать, алар бер-берсенә охшаганнар. Менә пока алар аңламыйлар аның турында. Марат, расскажи, да. Пожалуйста. Да. Всем здравствуйте. Меня зовут Марат. И я очень рад. Ну, с Турбеком мы давно знакомы, как он уже сказал, уже около 15-20, сколько? Пусть будет 15. Да. Короче, 15. Не, ну, 15. Да, где-то, да, так. Да. Ну, 15 мне лет. Было лет 16, когда я уже смотрел, как ты круто делал бочку, там, гелик. Да. В общем, я, так скажем, с Нурбеком мы идем параллельно уже много лет, вот, знаем друг друга тоже много лет. Но судьба нас вместе не сводила, и вот, короче, ну, давно хотели поработать какой-то новой, интересной, так скажем, форме для нас. И для меня это необычный опыт, и для Нурбека. Вот, собственно, и как бы контекст — это повод для того, чтобы начать, стартануть, создать в Казани что-то новое, что-то свежее, современное. И поэтому, я думаю, казанский зритель, мы вас приглашаем и на это событие, которое будет проходить у нас в Казани в том числе. Мы сделаем расширенную версию, вот, и я думаю, это будет интересно, свежо и необычно. Давай на итоге барно сузыга скиси. Бу шен бьюще, шен урам бьюще. Бу шен бьюще, бьюще. Рахмат, Игорь.